Run. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК будет снимать вашу самую любимую рубрику под названием «Дуэль с подписчиком». Ну что ж, ребята, с вами ваш Кент АПК, и мы начинаем нашу нелегкую дуэль, и меня убивают... Блин, меня убили с керамбита. Вот это Кент АПК нуб. Ну, ребят, уже можете писать в комментариях, мол, Кент, ты полный нуб. Я знаю, что вы это все любите, поэтому, ребята, можете писать. Я не против. Ты куда бежишь-то? Так, счет, ребят, вообще все плохо. Счет у меня автомат не попадает. Все, ребят, нормально убил. Счет 1-1. Играю я против игрока под ником Лобс Сева. Играем до 10 раундов, как обычно, на карте пул. Если вы хотите, чтобы в следующий раз я сражался именно против вас, то вам, ребята, необходимо сделать парочку простых условий. Вам необходимо найти в описании ссылку. Она будет сверху. Вы, ребята, на нее нажимаете, переходите в ВК и делаете репост записи. И после этого я выбираю рандомно одного победителя и пишу ему в ВК, мол, братан, ты победил, и у меня с тобой дуэль на видео. Было с тобой приятно иметь дело, но счет ты, братан, проигрываешь. Счет 3-1. Ух! А кто это у нас такой убил кента? Кто это с дигла в голову попал? Не, ну я, конечно, все понимаю, но убивать кента, ух, ну сейчас ты за это поплатишься. Ну, иди сюда. А, тебя тут нет, значит, ты с этой стороны, я прав? Хо! Ничего себе! Вот это я Ванга, да? Да, ребят, Кента пока Ванга. Нормально, нормально. 4-2, хорошо все, пока что все стабильно. Как узнал? Ну ВХ! Как же еще ВХ у Кента? Че, не знали? Кто играет с ВХ, плюс в чат. Ну, точнее, плюс в комментарии. Кстати, да, я сам был в шоке, недавно узнал, что если ВХ на блок-страйк. Ребята, пожалуйста, не качайте ВХ, потому что это плохо. Просто не качайте, окей? Надеюсь на ваше понимание. Ой-ой-ой. Ничего себе, убил кента. Ну все, я разозлился, и сейчас я буду мстить. Пипец! Да ну, я просто в шоке. Как ты это делаешь? Не, ну конечно, молодец, но это было очень-таки круто. Вот это я раздал, неплохо, да, ребята? Один патрон, один труп. Вот если бы я всегда так убивал, то было бы вообще классно, да? Дратути. Ага, вон ты там, да, это я тебя вижу. Так, Галил в помощь. И, ребят, вперед в бой. Ай, о нет. Даже Галил мне не помог. К сожалению. Так, надо взять дигл и как-то прицелиться получше. Так, тут его нет, значит, он где-то тут. Я прав? А ну-ка, смотрим. Ну. О, и там его нет, и тут его нет. А вот! Ох, как же я был прав-то, да? Ну давай, выбегай, ну ты чё там? Стесняешься или что? Все свои, братан. Так, тебя там нет. И тут тебя нет. Ты где? Ух ты, вот это был... Вот это был поворот, я не ожидал! Не-не-не! О, да, ребята, мы это сделали, и мы убили Сёву. Ну, Сёва, ну, в принципе, у тебя были все шансы на победу, но, скорее всего, в этой каточке победит Кент АПК. Конечно, это не точно, но я, ребят, постараюсь. Красная команда победила, и, конечно же, в красной команде играет Кент АПК. Победа, ребята, за мной. Осталось еще 2 очка, и, в принципе, победа у меня в кармане. Вот это я раздал, да? Вот это у Кента проснулся скилл. Вот это, ребята, то, что надо. 9-5. Просто вообще отлично, просто ляпота. Такс. Ну, ребята, ну просто красота, я не могу. Вот это да, вот это были, наверное, самые 3 быстрые раунда в моей жизни. Ну что ж, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Ребята, не забудьте сделать репост записи в ВК, чтобы поучаствовать в следующем дуэли с подписчиком. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи, всем всего самого хорошего, всего самого лучшего. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока. Ил, все, давай умирай.